Я, наоборот, очень счастлив. Я специально приехал в Якутск, чтобы застать вот эту погоду. И получается, мне повезло, потому что в декабре обычно не бывает таких холодных времен, но вот сейчас мне так попало, что я попал на вот минус 50 почти что. Данила, ну вот скажите, вы как приезжие, как бы вы описали этот холод? Мне на самом деле, по ощущениям, не очень холодно, потому что я хорошо подготовился и купил хорошую одежду правильную. Вот. Если бы я не готовился, приехал как обычный турист, там, в чем хожу в Астрахани, допустим, здесь бы я тут же замерз, там, буквально за 10 минут, наверное. Да, конечно, холодно, ощущается на лице, вот, допустим, и не сразу тут же садится. Если послушать свою куртку, то она обычно мягкая, когда выходишь на мороз, она сразу становится как полиэтиленовый пакет. Вот, или телефон, допустим. Вот я вчера вышел, у меня на телефоне было 90% зарядки, я держал его в руках. Он буквально за 15-20 минут сел в ноль сразу. Ну, конечно, холодно, но, как еще в школе говорили по-английски, no bad season, то есть нет плохой погоды, надо такую качественную, подходящую одежду, чтобы соответствовала погоде, и все тогда нормально будет. Наши суровые дни, да, на гречанском рынке. Нет, мне не холодно. Привыкла к морозу. 45 лет на севере живу. Говорят, аномальная холода на самом деле. Холодно. Там тепло, одевайтесь, и настроение, и добро в душе, чтобы было к людям, к зиме и ко всей жизни, которая у нас в России.